Здравствуйте, мои дорогие! Я хочу вам объяснить, как найти трек «Был ли он в наших с вами конкурсах в Евро или батлах?». Значит, нужно зайти ко мне на страничку ВК Наталья Касатикова. Далее перейти к прикрепленной записи, которая называется «Все евро для проверки» и «Все батлы для проверки». И, допустим, сначала проверить, был ли трек в батлах. Открываем двойным щелчком мышки левой кнопочкой вкладочку. Далее мы вводим кнопочками Ctrl-F. Ну, F, как вы сами понимаете, не русское, а английское. У нас перед вами открывается поисковое окошечко. И мы проверяем. Ну, давайте, допустим, проверим группу Queen. Или же все треки, где использовалось слово Queen в батлах. Значит, далее мы нажимаем кнопочку «Найти все». Перед нами с вами появляются все треки, где использовалось слово Queen. Давайте, наверное, допустим, смотрите, Gypsy Queen. Значит, Крис Норман, Gypsy Queen. Это трек был. На любой нажимаем, да? У нас высвечивается далее. Freddie Mercury Queen, You Don't Fool Me. То же самое можно проделать и с евро, естественно. Возвращаемся на страничку ВК. Снова открываем табличку теперь уже с евро. Далее, точно так же, как с батлами, нажимаем кнопочки Ctrl-F. Появляется тоже окошечко. И, например, вводим... Ну, к примеру, давайте Магомаева введем, да? Магомаев. Магомаев. Далее точно так же нажимаем «Найти все». И получается, что в евро у нас с вами Муслим Магомаев был якобы один только раз. Но, видите, Муслим Магомаев, до свидания, наш ласковый мишка. Но также я хочу вас предупредить, что не всегда в ВК пишется все правильно. Насколько я помню, я Муслима Магомаева тоже ставила, но там те, кто закачали в ВК, допустили ошибочку. Вот, они написали не Магомаев, а Магомаев, вот сколько я помню. Ну, это я вам просто так, значит, говорю тоже. Давайте найти все. И у нас с вами что получается? Вот, Муслим Магомаев. Или можно точно так же проверить заодно на всякий случай по названию, да? Так, ну какую, например, песню? Ну вот, перед нами с вами «Барбарики», да, те же самые. Давайте «Барбарики», что ли, проверим. «Барбарики». Далее снова «Найти все», нажимаем кнопочку, и у нас с вами появляются вот «Барбарики». Надеюсь, что я вам помогла, и большое спасибо за внимание. Всего доброго!